Что такое раскадровки и почему тебе стоит начать их делать? Раскадровка помогает режиссеру или контент-мейкеру визуально представить сценарий ролика еще до того, как ролик снят. Она рисуется схематично и несет в себе информацию о планах, локациях, операторских движениях, действиях героев в кадре. Делая раскадровку, ориентируйся на референсные кадры. Если плохо рисуешь, открывай гайды по рисованию, копируй. Распечатай себе шаблон раскадровки и начинай переносить свое видео из головы на бумагу. Делая раскадровку, ты получаешь куда более ожидаемый результат, который будет приятен зрителю. Еще больше о киноремесле в моем профиле. Подпишись.